Так, я спрашиваю. Води, сы. Тебя ебет? Ты сказал, я тебе ответил. Блядь, ебать. Когда в будущем нам пизда, пацаны. Помидоры захватили мир. Заставляют всех ебаться в жопы. Пацаны, спасибо, что юзаете мой промокод. Я так радуюсь, у меня так сердечко всегда радуется. Сердечко так радуется, когда вы мне промокодики мои типа. Будут приехать, ебать, ну. Но! Так и хотел, ебать! Что делаешь ты? Чебурек! Фига у него лысая кошка. Смотри-ка, кися, она меня любит, смотрите, целует. Она меня любит. Ой, ой, смотрите, смотрите, как не... Ай, блядь! Чё, больная, что ли? Иди, иди отсюда, давай. Жиза. Алло, да. Я жду, пока меня смешат. Не понял сейчас. Это что там? Алло, Алиса, да, не помогла, алло. Так вот, блядь, ты это видел вообще, нет? Чё? Ты просто... Посмотри на рамку эту, блядь! Видишь это? Меня даже не обратил внимание! Офигеть! Я не туда еду, БТВ. Вообще не... Привет, клубочек радости. Вообще не туда еду. Да я тоже хочу поиграть в это! Что происходит в этой игре? Блин, я хочу в неё поиграть. Эй, пацаны, а ну-ка стоять. Это ограбление, нахуй. А, блин, ебануться. Ты опять GTA? Мне тоже надо играть в GTA. Блять, столько игр, в которых мне нужно поиграть. Эй, братуха, ты его там сбил. Просто, просто повезло в натуре. 12 раза вылечил его. Боже мой! Слушай, это враг. Точно, да? А их очень много. Да, малышка, не-не, нас больше, поверь, в разы. Все, малышка, прыгаем, короче, полетели. Подожди, сейчас? Люблю тебя. Люблю тебя, прыгаем, да? Ебать! А чё, когда? А когда парашют открывать? Сейчас? Охуеть. Да подожди ты. Плюс бандом. Ебой. Я как будто по... Сука, ну за шо? За шо? Открой парашют. А, надо было открывать. А как открыть? А, надо было сразу открыть парашют. Билайн. Будем вместе всегда. Примерно туда я им, короче. Не, чел нормальный. Свадьба была, там что, свадьба можно? Что там вообще происходит в этой игре? Блять, да ну нахуй. Вообще я в PUBG хочу поиграть уже хрен знает давай. Сколько, но я боюсь, что я включу на стриме будет лагать. Историю. Короче, сегодня я позволил себе спиздить немного орехов в магазине. Меня остановил охранник и говорит, вы, говорит, ничего с собой не выносили? Я говорю, нет. Пойдемте, говорит, пройдемте, ну, типа, эту, к охранникам, типа, вы сможете показать? Я говорю, да, подходим. Он такой говорит, делись орехами. Серьезно? Да. Я, короче, взял ему горсть, сдал. Я говорю, да, не такие себе. Он говорит, да, я знаю, просто самому, говорит, идти было впадло. И все, говорит.
Я пошел домой. It's a cool place, and they say gets colder. Do you bundle it up? Now wait, блять, ебать, хуй, жопа, говно, пизда. Я тоже хочу. Блин, столько игр, давайте поиграем во все. Я тоже хочу. Now, анальный секс с бобрами. Я не знаю слов этой песни вообще. А, это Twitch, по-моему, да? Twitch Voice, что-то такое, Twitch Song. Аварийку эту сраную, я поэтому еду на ней, друзья. Да и насрать мне, меня что, спросят кто? Обгоняем, ёпта. F? Дальнобойщики? А что случилось-то? Чё отбиваем? F кому? Чё, стрим упал, что ли? А, блядь! F-ку, сука! F типа, блядь, кнопка, понял. А он типа, отбили F-очку. Я и говорю именно про имя и фамилию. Вот некоторые даже и имя и фамилию пишут вымышленные. То есть вообще полностью пытаются. Это что такое происходит? Пытаются, ну, себя, как сказать, анонировать. Анонимировать. Ну, блин, ну, короче, быть полностью анонимным. Я просто хотела красивое слово подобрать, но получилось анонировать, да. Как было запрыгнуть, не знаю, с третьего этажа, то это будет как-то, ну, такое. Что за шоу? Привет, Патрик. Он еще выше сейчас полетит. Камея. Вы чё, у меня камера столько не снимает, вы чё, вы мне не помещаетесь, вы чё, прыгать будете, вы чё, алло, вот ты куда? Вот он. Вот он такой красавчик. Да, по-моему, это контент, который мы заслужили. Да. Да всё нормально, у тебя как... Модарку? Модарку нельзя. Они на море в отеле вроде. А это что? Что? Кто? Ничего себе! Да ладно! Это что было? С кем я работаю? Во, прикол будет, если снайпер грену в окно закинет. Во, прикол будет, реально, ржака. Надеюсь, я смогу на море стримить, кстати. В следующий раз повезет. Что? Ну бля, ну я не люблю вот такую хуйню смотреть. Не то чтобы мне не нравится типа стрим Денли, я люблю Денли, но типа я не люблю вот эту хуйню типа акробатика, хуятика. Мне неинтересно это смотреть. Я даже, ну, не знаю. Опа, ты там море осаждаешь, мы что едем? В смысле, а мы не едем? Дим, вопрос. Ты как будто думаешь, что вы от нас зависите. Вы же не зависите, типа, от нас. Вы можете поехать одни, мне кажется. Типа, нахуя положиться на безответственных людей, таких, как ты там знаешь, кто, которые не могут найти отель и так далее. А. Я просто хз, не разбираюсь, что делать, поэтому ничего не могу сделать. Мне отцентроваться надо, походу. Я спиной... Они все уехали, я спину стою! Разговаривай с Кириллом, пожалуйста, по роду сейчас, вообще не могу. Пацаны, подождите меня! Мне кажется, он мне говорит то же самое, что и тебе. Что, спешить? Просто вам хочу сказать, мы живем в 2019 году, может уже пора отказаться от ебаных журналов и выдать особые планшеты учителям, где они бы могли ставить оценки по отпечатку пальца, допустим, да? Чтобы ебаные, сука... Приписки, нахуй, не могли, в принципе, ничего там поменять, добавить, что-то, блядь, нет? Я помню, когда я была старостой в школе, мне сказали принести журнал из того-то класса или отнести туда-то, и мы с чуваками этот журнал, они меня еле вынудили, этот журнал отнесли в туалет и поставили себе там хорошие оценочки. Классные были времена. Нет? Ну ладно, хули. Не, ну на Марс зато полетим скоро, да, блядь. Кстати, воду горячую отключили.
Вот. Ну, нормально, нормально. Я и в дневнике много. Один хп, ребят, лол, один хп, у чувака 500 карт уже порченной крови. Зачем он свою руку? Айда хабибчик! Айда на скиллухе, пацак! Вот это я каточку тащу, ребят. Ой. Я не шарю, поэтому... Спать надо быть полным оленем, чтобы смотреть этого дебила. Что там было? Я не поняла. Давай по лестнице, пока я не поймем. Да, вот что значит со стариками, да, находиться вместе. Тупо старик, да. А, кстати, она где? На каком море? Где она сейчас отдыхает? Вот так и живем. Да, и что, лифт не едет, да? Ну ты лоб. В Турции? Если в Турции, я что, тоже оттуда смогу стримить? Да. А, Одесса.